Мои дорогие подписчики, сегодня я хочу начать прохождение очень веселой игры Evil Factory. Она довольно-таки эпичная. Итак, начнем. 8 лет назад произошла глобальная катастрофа. Какая корпорация Кракен была во всем виновата из-за изобретения каких-то технологий. И Альянс восстал против Кракена, и они уничтожили его. И лидеры, несколько членов Кракена перешли на сторону Альянса. Но после Альянс нашел точку в Антарктике, и в Антарктиде точку с базы Кракена. Альянс решил послать меня для выполнения этой миссии. Пролог. Кракен. Хайдаут. Наверное, читается. Сейчас пойдет загрузка. Так, мы оказываемся в какой-то земной области. А слово зима. Так, это Юй. Привет, может играть со мной. Я какая-то аналитическая тетка. Я буду связываться с тобой, чтобы рассказать. Ну, в общем, это наш так называемый помощник, инструктор. Думаю, я не буду ее так часто переводить, потому что все-таки с ней диалоги не столь интересны. Она нам говорит, что мы тут будем сражаться с технологиями Кракена. Мы должны, в общем, дойти. Вот нам предоставили выбор. Я выбираю вот такое вот управление. Непривычно все-таки. Ну ладно. Эти камушки нельзя пройти. Так. Интересно, для чего же эти кнопки справа? Что умел? Здесь не должно быть этого дерева. У тебя есть динамит. Круто. У меня еще будет С4. У меня есть какие-то апгрейды. Так, ну давайте подойдем, пока стрелочку указываю. Подойдите и используйте динамит. Окей. С4. Хорошо, ты можешь пустить бомбу, но я это уже сделал. Будет счет. 1, 2, 3, беги. Побежали. Ты. Твоя... Ой. Чё-то игра... Игра просела. Сейчас. Так, надо свернуть снова. Открою сейчас. Вот, отлично. Погнали. Надеюсь, я не тихо говорю. Ого! Ну чё, Симош? Что? Я не думал, что он будет такой большой. Так, у него есть бочки. Это похоже на траекторию, окей. Я должен уворачиваться от него, естественно. И сам же атаковать. У меня есть фиолетовая полоска, которая показывает, насколько выдержано будет время. Окей. Вот я останавливаю и продолжаю, когда двигаюсь. Я ему динамит оставлю там. Кто это? Может быть. Окей, получи. Так, чуть-чуть я остановился. Воу,
Близко. Хорошая работа, ну естественно. У меня есть огнемет, серьезно. Похоже на Team Fortress 2. Именно вот это поставлено по игрушку, да. Вот. Так, что ближний бой. У меня только для ближнего боя есть. Что ж, погнали. Вау. Ничего себе, как мой зончик. Вообще качает четко. Что-то смотрю, вообще какой-то девушка уже хп на связи. О, бочка, она может быть. А огнемет-то не бесконечно. Так, что на последний удар? Окей, блин. Начал взрываться. Вспышка. Грустный морж уходит. Да, это было очень легко. Ты готов? Да, погнали, заберем эту карточку в конце концов. Так, дверцы наконец-то открылись. Ну, по прологу я уже вижу, что игрушка будет очень интересной. У нас еще такой красивый лифт. Мне кажется, что мне понравится больше всего в этой игре. Хитрые разработчиков. Очень грамотно вставлены. У нас еще костюмчик прикольный. Тимчи. Окей, мы проехали, кажется, куда-то. Evil Factor. Эпизод 1. Enter Evil. Давай, проходи, загрузка. Так, что тут такое? Музон интересный. А там опять тут что-то объясняет. Что за топливо? Что за топливо? Топливо может показывать, сколько мы еще можем драться с людьми. На одну такую карту надо сколько-то топлива. Окей. У нас там видно полный запас топлива. Ну что ж, давайте скатаем. Интрудер. Загрузка идет. Все. Так, их тут трое. Кракен. Солдаты Кракена. Их три. Ну это конспект. Я могу использовать все. Они могут. Странно. Что он сказал? Кракен Солдерс. Или на 10-4. Знаете, все гнилики. Он даже не закончился. Очень храбро. Очень хорошо. Свободно. Да. Надо бы какой-нибудь убрать тебя, наверное. Если получится. Шо сейчас никто не должен в лифт садить. Я хочу посмотреть. Ну там просто картиночки. Окей, погнали. Стейдж-клейм. О, нам дают новую шапочку. Так, открылся второй. Ну, у меня снова шлем. О, он с цветочком каким-то. Мне нравится. Окей.
Она говорит, что я могу его экипировать, но на самом деле я его не буду экипировать. Как не замечаешь ничего так. Стой, ничего там. Непонятно ничего. Так, погнали. Вторая катка. Что нам ожидать в этот раз? Или чего? Три солдата, один с щитом, один с винтовкой. Выглядит не опасно. Игра? Что за игра? Говорит нам наш тет. О, тут уже какая-то новая музычка. Можно просто ремикс. Так, по-моему, его где-то не возьмет. Отключать это. Бум. Ну вот, говорю. Так, у меня осталось столько денег. Значит, не жахну своей веткой. Надо двигаться. Все закончится. Вот ты ж близко стреляешь. Он ходит туда-туда и ехал. Окей, иди сюда, получи C4. Бум. Вообще качает музыка. А, промазал. На один удар чувак остался. Я даже выстрелить не успею. А, доктор Пуч. Короткий ребенок. Короткий ребенок. Вау! Это ты? Что? Как ты пробрался в нашу систему? Ты великий хакер, доктор У. Старый мужчина, мне всего лишь 43. Ничего себе, молодым тебя тоже не назвать. Что говорит, что мы, видимо, с ним еще встретились. Вот, боролся штука, нашу коммуникацию взломали. Ему 43 года, он называется доктором Учем. Уч! Это какой-то там супер людей. Ну, в общем, и так понятно. Окей, нам сейчас снова на лифт. Может, в такой концепции будет некоторая часть уровня. О, у нас новый левел, дали какую-то медаль с чёрной. Окей. Хорошая новость. Нет. Не так менялось. У меня есть какие-то коробки. Он два сохраняется. Эти коробки там надо получать какие-то топовые нити. Теперь давайте будем магазин. Пожалуйста, нет. Конечно, отключение. И посмотрим ничего. А, это какая-то коробка за рекламу. Наш момент. Динамик. Открыл два косаря, серьезно. Обнимаю три косаря открыл. У нас есть только два шлема. Скрипетка надо. Миссии. А, ну ачивки. Есть советы и одну. Ну ладно. На этом, в принципе, мы можем закончить этот выпуск. Я буду, наверное, продолжать его снимать. Потому что игрушка вообще нравится своей музыкой.